Мы говорили с вами о том, что есть технологии аддитивной биопечати. Вот, собственно, в грубом приближении это выглядит следующим образом. Когда мы послойно, видите, это некий гель. Да. А есть так называемая формативная биопечать. Вы со своим черным чемоданчиком? Да, по типу... Как открываете только, да. А, вот та самая... Нужно его перевернуть. Да, ага. И на ролике вы видели вторую технологию биопечати, когда объекты создаются, по сути, как лепка снежка. И на сегодняшний день... Вот, они слетаются, это клетки слетаются... Клетки слетаются в определенный объект. Вы видите, что здесь мы не печатаем никаких... магнитные модели? Здесь мы используем магнитные ловушки. И это вот это маленький принтер? Поскольку здесь вы видите, что объекты, они... левитируют в пространстве, нам в земных условиях приходится бороться с условиями гравитации. А, вы все время создаете гравитацию искусственную. Мы все время создаем искусственную микрогравитацию. Микрогравитацию. Или мы можем использовать естественную микрогравитацию в условиях космоса и в условиях Международной космической станции. То есть мы сегодня находимся в биопринтинге вот с использованием магнитных волн, так же, как биопринтинг находился в начале 2000-х годов, когда использовались первые старенькие Хьюлетт-Паккарды. То есть мы разрабатываем принципиально новые решения, но которые находятся, еще раз на, вот, хочу это подчеркнуть, на самых первых экспериментальных этапах. И вот существующие биопринтеры, используют вот такие подходы, они принципиально не похожи на все существующие модели. И здесь...